По сложившейся традиции, в честь Дня геолога в Развилковской библиотеке для детей провели необычную лекцию-беседу, в которой ребята смогли познакомиться с историей возникновения науки и узнать о происхождении различных минералов. В нашем поселке существует градообразующее предприятие. Это крупное газпромовское предприятие «Газпром в ней газ». И в нем существует музей. Отличный музей, который мы регулярно посещаем с ребятами, ходим туда на экскурсии. А сегодня музей пришел в гости к нам. Профессия геолога очень многоплановая и необыкновенно интересная. Ни для кого не секрет, что именно благодаря ученым, изучающим структуру Земли, мы можем использовать газ, нефть и другие различные богатства нашей планеты. Сотрудница музея «Газпром в ней газ» Наталья Елфимова постаралась погрузить детей в сам процесс изучения и показала им, как определяют минералы по их твердости. Мне кажется, когда детям мы даем что-то потрогать, не только посмотреть, а и потрогать, они, конечно, лучше это запоминают, и это больше привлекает их внимание. Дети с большим интересом разглядывали минералы и держали их в руках, ощущая вес, структуру и даже запах. У меня любимый камень – это обсидиан, ну потому что он очень твердый, красивый, черный. Я люблю очень сильно черный цвет, ну по мне видно. А Егор Чернов увлекается геологией уже не первый год и имеет большую коллекцию минералов. Я собирал примерно ее 2 года. Сначала я покупал из магазина настоящий, они стоили там, ну, где-то по 1000 чем-то. А потом я ездил в пещеру Сьяна, там тоже брал. И там еще вот и другие просто добывал в разных пещерах. В этот день можно было познакомиться не только с историей геологии и узнать о различных минералах, но и увидеть уникальную фотовыставку, которую предоставили ученые «Газпром в ней газ». Каждая фотография привлекала к себе особое внимание. Например, на одном из кадров можно было увидеть, как происходит естественный выход нефти на поверхность. На другом – отпечатки древних амфибий или остатки древней фауны. Ребята все без исключения остались довольны интересной лекцией и пообещали, что обязательно придут в музей «Газпром в ней газ», чтобы еще глубже познакомиться с наукой геологии. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.